Девчонки, еще хочу вам рассказать сегодня про вот такой вот препаратик. Называется он L-карнитин. Значит, что это такое? Это натуральный сжигатель жира. Вообще, L-карнитин, он должен у нас вырабатываться в организме. И у кого он вырабатывается в достаточных количествах, он помогает человеку оставаться стройным. То есть L-карнитин, он сжигает наш жир, который есть в организме, и превращает его в энергию. Он полностью натурален, тут нет никакой химозы. То есть это то, что у нас вырабатывается в организме. Но только вот его засунули в капсулки. Вот такие вот капсулки, беленькие. Вот. Нужно две капсулки, ну, желательно вот в обед, не к вечеру. Я вот вчера выпила к вечеру, думала, сегодня утро у меня не начнется, потому что я вчера единственный раз правильно все сделала. Мало того, что я из 5 дней его пью только 3 дня, потому что я то в Воронеж ездила, то просто забыла. Вот. Первый раз я выпила его и пошла прогуливаться. Ну, что-то я эффекта никакого не заметила. Что там должно происходить? Там обещали обильное потоотделение и все такое. Ничего у меня не было. Наверное, никто ли интенсивно шагала. Вот. Потом я его выпила и пошла там помидоры, огурцы собирать в своем любимом огороде. Тоже я не сильно заметила там что-то, какие-то изменения. А вот вчера травки надергала в огороде, а потом еще все это счастье стало выносить. Нагрузка достаточно такая ощутимая. И вот вчера, девочки, с меня, наверное, ведро пота как раз-то и вылилось. И что я хочу сказать, я не устала. То есть на самом деле, вероятнее всего, мой жирок стал превращаться в энергию. То есть я еще и домой забежала достаточно бодренькая, приготовила ужин. То есть, ну, в общем, прям так активненько-активненько. Вот такая вот штучка. Всем рекомендую, кто хочет попробовать свой жир переработать в энергию, но только нужно обязательно после приема L-карнитина где-то через полчасика дать хорошенькую нагрузочку себе. Вот тогда он на самом деле работает. Если просто выпить и ничего не делать, да, то есть, ну, сесть там телек посмотреть или еще там чем-то любимым заняться таким малоподвижным, то толку не будет с этого. Прям уже на себе проверила. Вот вчерашний день я прям обратила внимание, что прям сработало. И пот был, и энергия была, и все, что нужно было. Вот такая вот штучка, без химии совершенно. Всем рекомендую.